Вакцина от коронавируса должна быть доступна всем, но в бедных странах без прививки могут остаться 9 из 10 человек. Об этом предупреждают правозащитные и благотворительные организации, указывая на то, что богатые государства продолжают накапливать дозы одобренных препаратов, чтобы вакцинировать свое население. Накануне расширение контракта с Pfizer с 300 миллионов до 600 миллионов доз вакцины объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн. Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество решить проблему доступа к вакцинам от COVID-19. В настоящее время применение вакцины от коронавируса началось в 42 государствах. 36 из них имеют высокие доходы на душу населения, а 6 – средние. Существует явная проблема в том, что страны с низкими доходами и большинство стран со средними доходами все еще не получают препарат. Это блокирует всю систему закупок и распределения, сказал гендиректор ВОЗ, напомнив о губительных последствиях вакцинного национализма. Надеждой для бедных стран может стать вакцина, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Поставщик обещал продавать препарат по некоммерческой цене. У прививки есть еще одно преимущество. Ее можно хранить в стандартных условиях охлаждения. В конце декабря прошлого года зеленый свет применению вакцины дала Великобритания.